Сегодня мы находимся в киберспорт-арене в Киеве, и благодаря стараниям 1С из зоны 51 мы побывали на презентации игры «Ведьмак», которую проводил главный дизайнер игры. А полный репортаж о том, что происходило сегодня в этом зале, смотрите на сайте gameway.ua. Оставайтесь с нами. Сразу перехожу к тем, кто еще не задавал вопросы. Я так понимаю, что есть те люди, которые безумно счастливы, что эта игра выходит в ближайшее время. Марк, где спрашивать? Как я знаю, в «Ведьмаке» будет очень много вещей. Будут ли там какие-то уникальные вещи, неповторимые? Да, ты Марк, что такое? We expect to have a lot of items in game. Do you plan to add some unique items like artifacts to the game? Yeah, sure, because we will have loads of items, you'll be able to find different types of, you know, armors and weapons and some things that will allow you to improve those items. So if that's what you mean by artifacts, yeah, if you dig deep enough, you know, go into all those caves and stuff, then you find something special. Да, здесь будет очень много оружия и брони. Более того, вы сможете найти предметы, с помощью которых сможете улучшить свое обмундирование, если будете достаточно хорошо искать и провести в темные пещеры. Если вы это имеете, то это факт, да, они будут. Окей, первый вопрос был, я перехожу ко второму вопросу. Хотелось бы узнать, насколько Геральт может свободно перемещаться по миру, например, по сравнению с такими играми, как Готика или Моралин. Он научился плавать с первой игры? How free Geralt is to go in the world and can swim? No, he can't swim, but it's probably because of the swords on his back, they're too heavy. Нет, он не может плавать, у него слишком тяжелый меч за спиной. But on the other hand, he's pretty free to run around the location. Он свободно может перемещаться по зонам. The game is still divided into chapters, but each chapter is pretty big. It's a huge open world in each chapter, so there are many places to visit. Игра все еще разбита на главы, как первая часть, но каждая глава — это большой открытый мир, который можно свободно посещать. Есть. Отлично. Разумительно. Вопрос номер три. Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня такой вопрос. В одном из виртуальных роликов я видел, как Геральт использует два меча для добивания врага. Сможем ли непосредственно использовать его в битвах остальных? In one promotional movie, I saw Geralt using two swords to finish an enemy. Can we use two swords as well in the game? I'm not sure if we have a finishing move like that. I don't know all of them by heart. Я не уверен, что у нас есть такой завершающий момент в игре. Я видел их, в принципе. Yeah, but it's all because we have a large variety of finishing moves. So there might be one like that, but I'm not sure. Я не уверен. Это, у нас очень много добивающих ударов. Я не видел все, поэтому возможно, но уверенность нет. Отлично, спасибо. Есть еще вопрос? Видел ли Анжей Сапковский уже вторую часть, и какого мнения по игре? И принимает ли он участие или консультирует вас в процессе создания сюжета, скриптования, квестов, ну и прочего стафа? Is Andrzej Sapkowski involved into this game? Does he some work for your consulting and stuff? And have you seen Witcher 2 already? No, not really. And that's the answer for both questions, I believe. Нет, no, but это нет. На вопрос нет. We have our story designers and dialogue writers who invent the story. They create like all the new things that happen to Geralt, and we don't really consult them with Mr. Sapkowski at this stage. У нас свои дизайнеры, которые придумывают истории и события, которые происходят с Геральтом, и они не консультируются с Андреем. Вот так. Все очень просто. Спасибо. Вопрос номер 4. Где я могу раздобыть такую же маечку, как у вас? I can get the same t-shirt as you. I don't know, you probably have to wear a work in Zebra the Thread. It also has something in the back. I don't know what it means. I hope it's not something rude, but... Вам нужно работать с этим прозором. Вот за что я люблю короткие простые вопросы, потому что они же короткие простые ответы. Так, вопрос номер 5. Давай. Слушайте, Геральт дождался полночи, но торговцы все еще стоят и смотрят на него, и люди ходят по улицам туда и обратно. Это ранний билд или нет? И это теперь правда так работает? I've noticed that after midnight I still saw
people walking in the streets and traders on the market. Is it a problem of Elgeta or is it intended to be so? I believe it was probably a problem of just Elgeta view because just like in Mushroom 1, we want to have this night and day cycle also for NPCs. Это проблема беты, потому что в игре есть цикл смены дня и ночи, и он касается NPC. Я себе добавлю, мы когда показывали партнерам, там не было торговцев, они все ушли, и было нормально. Yeah, it's very important for us to create the world as real as possible, so we want the NPCs to, you know, eat, chat, sleep, and all the things they do. Мы стараемся делать мир как можно более правдоподобным, поэтому NPC будут вести себя в соответствии с дневным циклом, будут есть, отдыхать, спать. Вот так, да? Все. Mm-hmm. Очень просто. Есть у нас вопрос, вы решите, кто из вас будет задавать. Будет ли коллекционное издание, и что в него будет входить? Do it like a tradition, what will you include? Да, будет коллекционное издание, это сразу я могу ответить. Будет две версии, будет премиум-версия и коллекционная версия. Подробности есть на сайте, на самом деле, на сайте softlab.ru. Там же есть предзаказ для России. Сейчас будет вопрос по Украине, я сразу отвечу. Предзаказ для Украины будет, но он будет позже. Мы ждем результатов по тиражу. Сейчас количество коробок выделено, что на России, что на Украине, но очень маленькое. Если решится вопрос с допечаткой бюстов, собственно, Гильза Ростера, то будет предзаказ большой. Если не решится, будет предзаказ, но коробки будут уже на минут за 15, просто готовьтесь. Но будут. Оба издания, все три издания будут в Украине. Базовое, премиум и коллекционное. Отлично, спасибо. Следующий вопрос, по-моему, по счету номер 7, да? Отлично. Добрый вечер. Для начала хочу сказать огромное спасибо за такую шедевральную игру. I want to send, say thank you for masterpiece of the first game. Такой два вопроса у меня. Первое. Какое место вы выделили для музыкального сопровождения? How important is sound and music? In number two? Yeah. Obviously it's very important for us, but it's something we are still working on very hard. Конечно, для нас очень важно, мы над этим все еще работаем. We have a variety of different locations and we want the sounds to, the ambiences to give you the right feelings while you enter the locations. У нас где-то множество локаций, мы стараемся подобрать звуковое оформление, музыкальное оформление так, чтобы оно больше погружало вас в атмосферу именно этой зоны. That's why it takes a lot of work and effort to, you know, create so many different sounds. Это вот именно по этой причине требуется так много работы для различного звукового оформления. Спасибо. Еще один маленький вопрос. Одно из фишек движка, который составляет больше больших игроков, это визуальные изменения во время манестов. Я считаю, что они немного кардинально изменены. Можете пару слов сказать об этом? Спасибо. Лучше показать. A lot of people like the sex skills and sex collection game in first one, and we know that you changed this in second game, so could you please elaborate on this? We did change the approach to sex in Witcher 2. Да, мы изменили подход к сексу в Ведьмаке 2. No more sex cards. Больше не будет коллекционирования карточек. It's a mature game for mature people, so we want to move like поскольку эта игра взрослая, для взрослых, мы хотели бы подчеркнуть не просто сам процесс, но и то, что происходит между людьми до, то есть сделать больше упора на флирт и на общение. Да. Но как бонус левел, в принципе, как вариант. Но секс будет, то есть вопрос такой. Все-таки выстрелили, друзья, выстрелили, что интересует. Так, еще у нас два вопроса. Еще два вопроса, девятый вопрос. Добрый день, Вячеслав Кармак. Скажите, пожалуйста, мы видели армрестлинг, видели покер с костями. Будет ли мини-игра, как в первой части, когда мы напивались пивом, там, перепить соперника? We saw armrestling, we saw poker. Do you plan to include the alcohol fighting game from first one where you should have drink more than your opponent? As far as I remember, no.
we have alcohol in game, but I can't remember, but I don't think we will have like a drinking competition. В алкоголь в игре остается, но алкогольного соревнования, похоже, не будет. Можно еще? Небольшой вопрос. Возможно, скорее Сергей. Мы только что посмотрели видеоролик. Впервые он включен был по-русски. Это уже финальные голоса или это просто специально для ролика? Это специально для ролика, это точно. Но, возможно, эти же люди будут озвучивать. Там проходил конкурс, на самом деле, на геймеру по выбору актера. И он проходил уже после ролика. Соответственно, что-то могло измениться. Я еще не видел финальной озвучки, я не могу сказать. То есть, вы не знаете, Зайцев это Геральт озвучил? Это... Я не знаю, я знаю, что вопрос решен, но он озвучен даже. Но я, к сожалению, сейчас не знаю. Спасибо. Спасибо за саунд, локализацию. Последний вопрос. У нас тут пресса дали, не могу не согласиться. Алексей, такой вопрос. Вальф, конечно, параметр интоксикации. То есть как он вообще будет отображаться в игре, и как он будет отображаться на видеоке конкретно, визуально? We saw intoxication in the game. How does it affect Geralt in game, and how it will be shown on, how effective it will be shown on him? Okay, so alchemy and elixirs, they can be very important for your character, especially if you choose the alchemy build. Алхимия и эликсиры очень важны для вашего персонажа, особенно если вы будете развивать алхимию. And if you choose this build, if you spend enough points in alchemy, it's going to be one of your main tools to kill your enemies. И если вы вложите достаточно очков в алхимию, то есть будете развиваться в алхимика, то эликсиры станут вашим одним из основных ваших оружий в борьбе с противниками. And I think you'll actually be able to get addicted to those elixirs, so you have to use them at some point, and you have some negative effects if you want. И более того, может развиться привязанность к этим, зависимость от этих эликсиров, поэтому у вас будут негативные эффекты, если вы не будете использовать эликсиры, если вы будете развивать эту профессию. Все? Да, наверное, все. Да, наверное, все. Ну тогда, Сергей, я приглашаю вас также на сцену. Бурные аплодисменты, это Маня. Я предлагаю сейчас нашему гостю определить три лучших вопроса, по его мнению, которые ему больше всего понравились, на которые он, ну, или затрудняясь, или не затрудняясь, ответил, но тем не менее они являются интересными для него, как для человека, который имеет непосредственное отношение к этой игре. Перед тем, как Марк назовет три вопроса, я хочу, наверное, продемонстрировать то, что мы сегодня будем дарить. Милые леди, будьте любезны, изображением в зал покажите, что же мы сегодня разыгрываем. Это картины, которые мы специально подготовили в честь выхода этой замечательной игры. Это не постеры, сразу говорю, это настоящие картины. Шоу, которое да, нарисовано. Поэтому сейчас мы узнаем, кто станет обладателем этих картин. I love the posters. Okay. Девушка, как ты приходит? Не, ну можно поговорить, в принципе, все зависит от цели. I did like the question about the t-shirt for sure. А понравился вопрос про футболку, прошу автора. Понравился вопрос про футболку, то есть Марик раздеваться не хочет, а картину отдаст с удовольствием. Аплодисменты, друзья! Guys back there are very active, so I would like them to choose one of them for the poster. Okay. Вы поняли, оттуда. And I remember there was someone from there asking. I just don't remember who it was. But yeah, you were asking something. I was thinking about it. Please. Переводить не надо, да, собственно. Ты иди сюда. Все предельно ясно. По-настоящему это первые картины, которые были специально изготовлены в Украине по поводу выхода этой замечательной игры. Я думаю, что будет очень правильно, если Марик лично раздаст эти картины из рук в руки. Just take the first one. Выбирай.
сказал, джентльмены, не убегайте с картинами по сцене. Я предлагаю Марика, если это возможно, я так чуть-чуть расставлю. Марик, встань, пожалуйста, посередине, девушки, рассредоточились. Настенька, иди, пожалуйста. Вот так вот. Не закрывайте себе лицо, пусть страна знает своих героев. Еще один из самых таких, знаете ли, важных моментов, когда разработчик приезжает в страну, где проходит презентация, это, конечно же, автограф-сессия. Я попрошу вот у нас, джентльмены, будьте любезны, если вам не сложно, освободить первый стол, потому что мы хотим посадить Марка за этот стол, чтобы он давал всем желающим автографы. Вынесем стол на сцену, конечно же. Я думаю, что большое количество людей, которые есть в этом зале, они с огромным удовольствием хотят получить автографы от Марка. Напоминаю, что можно говорить для кого, только если можно это все делать на английском языке. Володька, пришибут, прижмись.